Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Прекрасные друзья, они, как правило, пользуются заслуженным авторитетом у окружающих. Для таких личностей целью в жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Эти люди ответственны и терпеливы. Это имя выступает числом созидания, как начало всех начал. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. В нумерологии числа этого имени являются творение или начало. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Этим людям можно верить, они верны своему слову. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.